Сегодня в Чебоксарах стартовал межрегиональный форум под названием «Современный читатель, телезритель и радиослушатель. Формирование их духовного мира и удовлетворение потребностей качественной информации и литературы». 2 дня участники форума будут обсуждать, что надо сделать для того, чтобы современная литература дошла до каждого. Поговорить на эту очень важную тему в Национальной библиотеке собрались руководители издательств и библиотек, научные работники, литературные критики, журналисты, представители чувашских землячеств из Татарстана, Башкортостана, Мариэл, Оренбургской, Самарской, Тюменской и Ульяновской областей. По мнению участников, в наши дни на первый план выходят вопросы распространения чувашской книги. Например, книжное издательство в последнее время выпустило немало интересной разножанровой литературы, но она не всегда доходит до читателя. В основном, конечно, наши заказчики, то есть, которые пользуются нашей литературой, литературой Чувашского книжного издательства, это прежде всего, скажем, регионы, где компактно проживают чуваши. Это больше всего заказчики, где вот более 100 тысяч населения чувашского в Татарстане, Башкирии, Ульяновской области, Самарская область, ну и Пензенская область, Саратовская область. Вот школы заказывают, скажем, для них мы выпускаем учебную литературу. Учебную литературу также библиотеки у нас закупают художественную литературу, детскую литературу очень много. Но есть вопросы по реализации, мы хотим рассмотреть. Но и, конечно, вот у нас представители других регионов, они будут участвовать в работе круглого стола. Я думаю, что будут полезные советы, проблемы будут сегодня подняты. Ну вот это все обсудим. Я думаю, что состоится полезный разговор. В рамках форума состоится выставка «Кладезь чувашского народа» и семинар, посвященный вопросам качества выпускаемой литературы.